Всем привет, значит, столкнулся с такой проблемой. Открываю я браузер Google Chrome. Так, вот он загрузился. Открываю я новую вкладочку. И у меня, смотрите, открывается какой-то поисковик Find It Pro. В общем, как его надо удалить? Заходим в настройки. Вот меню настройки. У меня на английском, у вас на русском, скорее всего. Жмем настройки. Потом вот тут есть extension, если английский у вас браузер, или расширение, если по-русски. Жмем и находим вот Find It Pro Search. Значит, удаляем. Так, удалили. Открываем, вернее, закрываем Chrome, открываем его еще раз, проверяем. Так, давайте я сейчас закрою эти вкладочки. Открываю новую. Как видим, он остался все равно. Сделаем следующее. Еще раз заходим в настройки. Расширение. И теперь удаляем вот это. Google Docs Offline. Или Google Site on Offline. Как-то так оно может называться. В общем, кажется, что это официальное расширение Google. Но на самом нет. Это маскируются мошенники. Жмем удалить. Так, ладно, потом отчет будем отправлять. Так, удалили. Опять закрываем. Открываем Chrome еще раз. Так, жмем новую вкладочку. Все равно видим, открывается Find It Pro. Заходим опять, значит, в настройки, в расширение. И смотрите, вот что я еще обнаружил. Смотрите, есть у меня Adblocker, рекламу блокирует, который я устанавливал. И есть какой-то вот адблокер YouTube. Я не знаю, что это такое. Он включен. Давайте его вот выключаю и удаляю. Так, как вы видели, открылась новая вкладочка. И теперь тут Google присутствует. Так, проверяем еще раз. Открываю. Так, появился. Открыл. Жмем новую вкладочку. И все, у нас открывается страница Google. Мы добились то, чего искали. В общем, рецепт, как с этим бороться, вы поняли. Заходим в расширение и удаляем все, что устанавливали не вы. Даже если они похожи на ваши приложения. На Adblocker, на какие-то Google непонятные документы. В общем, все удаляем. Ну и после этого, конечно, все прогоняем антивирусом. Я лично прогоняю вот этим доктор вебом. В общем, на этом все. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем пока.